аккуратно срезаем с любовью. Терпением. На бесконечных шпалерах наливаются соком большие зеленые грозди, спелые и сочные ягоды. Спешит срезать Александр Середа. С раннего утра он приступил к работе и уже собрал около тонны винограда. Урожай в этом году очень хороший, заказов много. Виноград очень вкусный и весит примерно килограммом полтора эта гроздочка. Но есть еще и побольше грозди. Эта плантация винограда сорта «Аркадия» прописалась здесь, в селе Каштаны, 9 лет назад. Именно тогда Сергей Примуш разбил виноградник на гектаре земли и первым в Крыму использовал новую технологию высадки молодых саженцев. Тенистый коридор из винограда – уникальный способ посадки итальянской перголы. Это позволяет ягоде расти в прохладной тени. И уже через 3 года получил первый урожай. Сейчас с гектара планируют собрать более 15 тонн винограда. Это примерно в 2 раза больше, чем при стандартной посадке. То есть лист работает весь световой день, весь куст. Урожайность выше, качество винограда лучше. То есть и гроздь крупнее, и ягода сама крупнее, и она не так обжигается на солнце, как в традиционном способе. Виноградарством решил заняться и сын Сергея, Олег Примуш. По государственной программе получил грант в размере 1 200 000 рублей. В селе Песчаное приобрел участок и необходимую технику. За 2 года высадил 40 гектаров виноградного сада. По примеру отца стал первооткрывателем калифорнийской беседки. Внедрил новый метод. Данная беседка позволяет получить правильный поток света. Это преломленный луч от листового аппарата. То есть листовой аппарат получает световые гаммы. И уже передает их по тканям в ягоды, да, которые равномерно созревают, не получая ожогов. Хозяйство не будет страдать от недостатка воды даже в засуху. Фермер Олег Примуш нашел способ, построил пруд. Сейчас для полива винограда использует только капельное орошение. Сегодня очень хорошо работает государственная поддержка по субсидированию прямых понесенных затрат. Процент субсидий до 90%. Сегодня это, грубо говоря, ставка, наша ставка по мелиорации – это 500 тысяч на гектар. Всего в Крыму на сегодняшний день аграрии убрали 300 тонн с 60 гектаров. Общая площадь виноградников на полуострове – более 19 тысяч гектаров. Из них 14 тысяч к уборке, 9 тысяч технических, 2 тысячи гектар столовых. И у нас 5 тысяч молодых виноградников. Я думаю, что с каждым годом по 1000 гектар мы будем вводить в плодоношение. У Олега Примуша большие планы. Кроме винограда, молодой фермер высадил 9 гектаров яблоневого сада. В будущем собирается развивать свое хозяйство и построить холодильник для хранения урожая. Султанья Истакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».